4-летняя Малика Шарафутдинова делает свои первые шаги в спорте. Вместе с мамой они выбрали самый девичий вид – художественную гимнастику. Пару тренировок в неделю юная спортсменка посещает с большим удовольствием. Дочка бежит просто. Она у меня тренировка заканчивается. На следующий день она у меня всегда спрашивает: «Мам, когда на тренировку, когда на гимнастику?» Поэтому сходим с удовольствием большим. С нового календарного года Малика и ее сверстницы будут заниматься в самых современных условиях. Для юных гимнасток в Ленинском районе Ульяновска открылся клуб «Королева». Здесь дошкольниц будут учить элементам художественной гимнастики, давать азы хореографии, а также подтянут их физическую подготовленность. Школа Олимпийского резерва по художественной гимнастике принимает детей с 6 лет. Но так как у нас очень молодой вид спорта, конечно, нужно развивать детей с самого раннего возраста. Идея открыть клуб принадлежит мастеру спорта России, одной из ведущих гимнасток региона Марии Шияновой. Некогда она выступала на всероссийских и международных соревнованиях, завоевывала медали для Ульяновской области. Теперь решила передать свое мастерство подрастающему поколению. Конечно, мне как тренеру хочется воспитать самое главное, наверное, своих детишек хорошими, добрыми, отзывчивыми. Но если получится, то, конечно, олимпийскую чемпионку. В клубе «Королева» сейчас уже занимаются около сотни юных гимнасток. При этом Мария Шиянова говорит, что принимает в секцию всех желающих. Как профессиональный тренер, она прекрасно понимает, что воплощение ее мечты об олимпийской чемпионке может состояться только благодаря массовости. Михаил Сашанский, новости «Ульяновской правды».